Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санёк и сайт StrawlhuntGame.net. Мы начинаем проходить пам-пам, неожиданно StrawlhuntGame 3. И начнем мы, точнее продолжим мы уже с мирной кампании. Кто и зачем развязывает войны, почти не важно. Большинству людей, крестьянам, ремесленникам, их родным, все равно. Они видят только то, что их города и села горят, а их жизнь рушится. Жизнь после войны никогда не будет такой, как прежде. Аббатство пало, а с ним погибли наша надежда и вера. Самое тяжелое время наступает после войны, когда правитель должен восстановить страну, вернуть подданным хотя бы часть утраченного. Это пришлось сделать мне. В один момент я стала королевой, чьи подданные хотят только одного – вернуться к прежней жизни. Мы начнем с восстановления аббатства, символа мира. Это поможет людям снова обрести надежду и веру. Но у нас очень мало материалов. Только величайший строитель сможет восстановить такое здание малыми средствами. Итак, аббатство леди Катерины. Начало. В ходе войны мы лишились ресурсов. Вероломные и жестокие свиньи украли камень, древесину и инструменты. Поэтому, прежде чем приступать к восстановлению аббатства, нужно построить каменоломню и наладить добычу столь необходимого нам камня. Прежде чем приступать к восстановлению аббатства, нужно построить каменоломню и наладить добычу камня. Хорошо. Постройте склад, милорд. Так, что у нас тут с картой? Угу. Ясно все, понятно. Постройте амбар, повелитель. Господин, леди Катерина хочет восстановить аббатство. Это дело благородное, но я предвижу множество трудностей. Так или иначе, действовать надо быстро, ведь дерево и камень нужно отправить еще до того, как прибудут мастера. Ну что ж, нам нужен камень, нам нужна древесина, и у нас 40 дней. Ну, 37. Так. Здесь вот надо вырубить леса, насколько я помню. Вот эту гадость как убирать? Дом лекаря нам нужен. Ну ладно, так и быть. Пусть пока живет. Здесь нельзя строить, милорд. Повелитель, здесь много залежей камня, но сначала нам придется расчистить подлесок. В принципе, экономические кампании не очень захватывающие в плане озвучивания, скажем так. Да и в принципе тут ничего интересного не будет происходить практически все время. Можно лордом побегать. Забавно они ходят. Тук-тук-тук-тук. Сейчас скорость уменьшу. Тук-тук-тук. Давай. Тук-тук-тук. Как будто у нее ноги оловянные. Коленки не сгибают. Милорд, мы забрались высоко в горы, где живут медведи. Надо Вон, защитить крестьян, медведи. Иначе они не смогут работать. Где медведи? Мишки. Мишки, вы где? Как у нас дела с населением? Народу нет? Это плохо. Люди неплохо к вам относятся, господин. Как тебя убрать-то? Все уж забыл. Доброе утро, ваша светлость. Ну что ж, дерево нам несут достаточно
приличное количество они тут добывают. Да, конечно, не первая часть. Слишком уж детализация хромает. Ну ладно, хоть деревья не крутятся. Это хорошо. Ну тут должна быть казарма, да. И казарму бы нам бы куда-нибудь бы. Как-нибудь. Не хватает рекрутов, милорд. Рановато еще, нет? Эй-хоу. Лекарь делом занимается. Какая интересная область. Разлетает очень прикольно, мне нравится. Ну это, конечно, большой шаг по сравнению в плане графики, по сравнению со Стролхангом вторым тем же, но он все же не то, что хотелось бы, конечно. Но тоже спасибо. Добрый день, ваше высочество. Не хватает крестьян, милорд. Да, только шлем с себя не снимайте, ладно? Хорошо, братиш, не буду. Здесь нельзя строить, милорд. Что же они как долго это все это делают? Не так уж много тут леса. Снова дождь, милорд. Все хорошо. Оказывается, тут достаточно небольшой участок. Здесь нельзя строить, милорд. Прорубить. Так, и нам нужен еще один дом. Намного народу. Господин, злые медведи наводят ужас на крестьян. Повелитель, медведь! Где медведь? Крестьяне умоляют отправить войска на борьбу с ним. Медведь, иди сюда. Люди уходят из замка. Не-не-не-не-не-не, нельзя. У людей нет единого мнения о вас, милорд. Да. А чё, медведь, ты не умер, что ли? Не будь приказ. Убейте медведя. Яга, марш, парни, вперёд! Убейте медведя. Ну ладно. Что, лошадей нет? Уходим. Отлично. Еще один марш, бросок. Он какой-то это... Вы шутите? Это же невозможно. Как-то интересно, забавно. Забагованно. Забагованный медведь у нас теперь достопримечательность. Медведь у нас помогает работать на каменоломне, на лесопилке. Каменоломню я хотел просто поставить. Заговорился. Так, с едой у нас. Господин, на людей напала какая-то хворь. Это просто отвратительно. Отстань от меня. Ты противный. Ты постоянно какие-то нехорошие новости даешь. Информацию бесполезную. Ничего нельзя делать. Камень! У нас уже почти собран полностью камень. Ловко. Доброго утречка. Вилами их! Вилами! Ну какой-то они не хотят убивать медведя, они с ним подружились. Виноваты еще, нет? Типичные русские, ладно, ребята. Ладно, ладно. Добрый день, ваше высочество. Самое интересное? Нет. Я уже думал, они все застряли. Ладно, ладно. Вот эти уже застряли. Доброго утречка. Милорд. Ага, забавно. Вы шутите? Это невозможно. Медведь. Шагом притягивает марш к себе. Эй-хо. Вы шутите? Это же невозможно. Была люди такая сказка. К вам относятся, господин. Бычок. Смоляной бачок. У нас добрый теперь медведь день, смоляной бачок. От него нельзя уйти. Вы шутите? Это же невозможно. Путь. Ну уже себя там не снимайте, двое, ладно? Двое ребят. Вы шутите? Это невозможно. А еще можно? Нет, уже нельзя. Ну даже нельзя подойти. Ну ладно. Много еды. Ну что ж, камень у нас есть. Можно сделать по-хитрому. Где хитро? Так вот. Тудыщ. Дерево-то не дает, что ли? На яблоневые сады напала тля, господин. Что за бред? Урожай погиб. Что за бред? Почему не дается? Почему? Что? Почему не дается, когда я уничтожаю постройки? Что за бред? Так, нечестно.
Я на такое не согласен. Верните тогда обратно постройки. Ну ладно, на самом деле мы уже выиграли почти. Сколько у нас? 500? Надо 800? Сейчас по-быстрому набегут ребята. Ну очень быстро делают, конечно, дерево. Прям. Ой, у нас... Ой-ой-ой, еда. Еда. Раздаем деньги. О, нет. Раздаем деньги. Люди уходят из замка. Нет, пока вот так вот раздаем. Да, немножко я... А тогда еще один дом построю, что ли? Амбар пуст, милорд. Что-то как-то не рассчитал я на такое количество народу. Деньги. Тун-тун-тун-тун-тун. Как быстро тратятся деньги, но мы успеем накопить 800 дерева. Сейчас еще одна. Да, вот эти товарищи подойдут, и у нас будет все замечательно. Мы победили, господин! Ну, да. Все по стратегии. Ну что ж, спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санек и сайт strohland-game.net. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и заходите на наш сайт.